Здравствуйте. Сегодня 22 августа. Время в районе 17:30. Мы отдыхаем в Анапе. Решили отъехать от Анапы на другой пляж, так как знаем неблагоприятные обстановки на Пионерском проспекте. И в итоге решили ехать в станицу Благовещенская. Приехали мы в станицу Благовещенская. На пляж сели, решили искупались немного, решили погулять по пляжу. И буквально в 100 метрах от нашего места, от нашей точки купания, мы при прогулке обнаружили вот это. Здесь также скопано, как на Пионерском проспекте. Пахнет жутко, и вот эта вот жижа течет, очень ароматная в кавычках, откуда-то оттуда. Так как мы не можем посмотреть с высоты и не знаем, откуда она идет, то мы сейчас быстро собираем вещи и отсюда уезжаем. И все это благополучно вытекает в море, точно так же, как на Пионерском проспекте. То есть станица Благовещенская не такая уж чистая получается сейчас.